Здравствуйте, зрители! Сегодня в частной гимназии Сакала состоится День учителя. Это особенный день, так как именно сегодня наши гимназисты проведут уроки у начальной и основной школы. Для учителей это профессиональный праздник. Мы поздравляем их и желаем им оставаться такими же жизнерадостными и активными, какими они являются сейчас, чтобы давать возможность ученикам расширять свои познания в предметах. Сейчас мы зайдем в школу и посмотрим, как там идут дела. В нашей школе сегодня царит радостная атмосфера. Ученики с цветами ищут своих учителей, чтобы поздравить их с праздником. Те, в свою очередь, с нетерпением ждут своих учащихся, чтобы вдохновить их на все новые и новые свершения. День сегодня выдался активный. Наши гимназисты пришли сегодня в школу пораньше, чтобы быть готовыми преподавать подрастающему поколению. Учебные планы написаны, материал продуман, время преподавать. Наши операторы уже приступили к съемке всего того, что происходит на уроках. Теперь пришло время и нам пройтись по школе и узнать больше о событиях сегодняшнего дня. Сейчас мы зайдем на один из уроков. Здравствуйте. Меня зовут Марк Костин, я учусь в 10 классе. Отличник, молодец. Каково у вас настроение на данный момент? Сугубо положительно. Спасибо большое. С вами был Марк Костин, отличник и молодец. Что-то там еще. Молодец. Спасибо. Здравствуйте. У нас есть пару вопросов к вашим преподавателям. Ну давайте. Михаил, представьтесь, пожалуйста. Я Михаил Михайлович, учитель математики у первого класса. Отлично. В детдоме. Каково быть преподавателем? Поверьте, очень сложно. Держать идеальную тишину здесь просто невозможно. И да, и нет. На самом деле дети очень способные, умные. Они даже успевают дальше программы. Но, конечно, они также очень шумные и не сидят вообще на месте. Каково ваше настроение на данный момент? Достаточно положительное. Дети нравятся, достаточно способные. Это... Да, я доволен. Спасибо. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. На каком языке? Желательно на русском. Я Маша, очень приятно. Спасибо. Спасибо, очень приятно. Какой вы предмет сейчас преподаете? Deutsch. Каково быть преподавателем? Восхитительно, дети слушаются. Здравствуйте, у нас есть пара вопросов. Давайте. Что у вас ассоциируется с сегодняшним праздником? Солнышко. Желтые листья, красные листья, позитивное настроение, улыбки, хороший настрой на всю неделю. Что у вас ассоциируется с сегодняшним праздником? Праздник, дети, цветы, хорошее настроение, хорошая погода. Еще одно начало. Начало было 1 сентября, потом день рождения школы, а это вот третий старт. Спасибо. На этом наш репортаж со дня учителя заканчивается. Спасибо большое, что оставались на протяжении всего репортажа вместе с нами. До свидания.